Григорий Остер. Середина сосиски. «Приятного аппетита!» – сказал котенок Гав собаке, которая грызла кость. Зарычала в ответ собака. «Приятного аппетита!» – сказал котенок черному коту. Кот проглотил рыбу и ответил: «Спасибо!» «Это у тебя что?» – спросил котенок щенка. «Сосиска!» – ответил щенок. «А ты тоже идешь обедать?» «Нет!» – вздохнул котенок. «Я не могу обедать, потому что я еще не завтракал!» «Давай съедим мою сосиску вместе!» – предложил щенок. «Ты ешь с одной стороны, а я с другой!» «А там, где мы встретимся, будет середина!» «Что-то мы очень быстро встретились!» — сказал щенок котенку. «Ты уверен, что середина сосиски в этом месте?» «Теперь уже не важно», — сказал котенок. «Все равно у сосиски никаких других мест не осталось. Где-то далеко лают собаки, большие и маленькие. Гав, 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 гав». «Нет», — подумал котенок. «Гав, это не меня. Это они просто так лают!»